Дьявол решил продать все инструменты своего ремесла. Он аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была за коллекция? Здесь был блестящий кинжал зависти, а рядом с ним красовался молот гнева. На другой полке лежал лук страсти, а рядом с ним живописно разместились отравленные стрелы чревоугодия, вожделения и ревности. На отдельном стенде был выставлен огромный набор сетей лжи. Еще там были орудия уныния, сребролюбия и ненависти. Все они были прекрасно представлены и снабжены ярлыками с названием и ценой. А на самой красивой полке, отдельно ото всех остальных инструментов, лежал маленький, неказистый и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором было написано «Гордость». На удивление, цена этого инструмента была выше всех остальных инструментов. Один прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот странный клинышек, и он ответил: «Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все остальные окажутся бессильными». И он с нежностью погладил деревянный клинышек. «Если мне удастся вбить этот клинышек в голову человека, — продолжал дьявол, — он открывает двери и для других, всех остальных». Thank you.
Вообще, знаете, чем мы занимаемся в воскресной школе? Ну, дети немножко уже рассказали, но если конкретнее говорить, то мы ведем борьбу за жизнь вот этих вот замечательных детей. На самом деле это борьба. Как в монастыре, если вы приедете, вы увидите там красивые там, какие-то службы, монахи ходят в облачениях, тоже все так красиво, романтично. Также у нас все романтично, красиво, концерты, но вот будни воскресной школы, это, конечно, тяжело. Тяжело бывает, и тяжело бывает, когда родители не помогают. Это на самом деле тяжело, потому что, получается, мы боремся не только против каких-то... не только за детей боремся, но и за родителей, получается, боремся, потому что дети — это только цветочки. Самый корень всех бед, они кроются в родителях. Вот поэтому вот я хотел призвать всех родителей, чтобы точно так же вместе с нами эту борьбу вели, собственным примером показывали, как нужно жить, вот, и участвовали в духовном воспитании детей. Мы не занимаемся в воскресной школе воспитанием нравственности какой-то. Нет, мы ежедневно боремся за духовность, за спасение души детей. Вот поэтому, как Иоанн Златоуст, он строго возобил ко всем людям, когда... это еще было давным-давно, но до сих пор актуальны эти слова. Он призывал именно воспитывать у детей духовность. Не только там какие-то материальные блага давать детям. Самое главное, что нужно им, это духовность. Родители, которые есть, которые должны быть у православного христианина, на протяжении всех 4 лет мы за это боролись. Будем надеяться, что вот сегодняшний выпускной — это не последний день, когда мы с ними видимся. Мы хотим, конечно, чтобы и родители, и дети всегда находились в лоне церкви православной. Вот. Потому что святые отцы не так и говорят, что без церкви нет спасения. Вот и вам такое напутствие: без церкви нет спасения. Приходите, мы вас учили, мы о вас заботились духовно. Вот теперь вы будьте такими служителями верными Церкви Христовой. Просто словами это ничего не передашь. Вот есть такой стих, я хочу вам его прочитать. Что мне хотелось бы вам пожелать. Но вот и кончились уроки. Звенит последний наш звонок. И перед вами все дороги, возможности у ваших ног. Не забывайте наставлений, советов Библии святых. Храните души от сомнений и злобу не пускайте в них. Идите верной дорогой и не ищите благ на ней. Она трудна, и лишь немногим достался этот путь царей. С достоинством его пройдите. Господь так заповедовал нам. Добро и милость всем творите и направляйте к небесам. Небесным светом озаряйте и согревайте этот мир. Вы — соль земли. Не забывайте, кто вас такими сотворил. Мы скажем в школе «до свидания», чтоб, может быть, еще вернуться. Слова последнего прощания словами встречи обернутся. Сюда придем еще дословно, но только лишь учителями. И даже парты не помогут нам снова стать учениками. Разлетимся по планете, на север, юг, восток и запад. Мы не забудем вас, поверьте, кто где и чем бы не был занят. Нам станет радостно и грустно. Мы будем плакать и смеяться. Школа будет обновляться. Там никогда не станет пусто. Пусть все тревоги и печали уйдут в багровые лучи заката. Нас ждут все новые дороги. Вас ждут все новые ребята. Thank you.
спасение, кому будем стараться подражать в жизни, в этом мы с вами споем песни, расскажем стихи и даже притчи. И бороться со своими слабостями, и что надо для этого сделать.